латекс, сочащимися латексными нитями, привязан ты к стволу дивеи своих убеждений, темпераментным бразильцем бережешь семена ее, как зеницу ока. Позови старого железного дровосека, который искал сердце и хотел стать счастливым, из сказки про путешествующую Элли, чтобы обрубить эти нити привязанности. Откройся миру, и ты сможешь стать настоящим свободным путешественником по реальным, а не ментальным пространствам своей настоящей жизни. Латекс.